Ақтөбе қаласында жүріп жатқан антитеррорлық операция кезінде 4 қылмыскердің көзі жойылды. Ұсталған 7 қаскөйдің 2-і жарақат алған деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Садубаев. Оның айтуынша, суық қаруланып алған топ жолаушы тасымалдайтын автобусқа шабуыл жасап, ішіндегі адамдарды түсіріп кеткен. Кейін автобусты тізгінге алған олар Ұлттық Ұлан ғимаратының қақпасын бұзып кіріпті. Сол жерде қылмыскерлер 3 әскери қызметкерді жер жастандырды. По уточненным данным, преступники совершили вооруженное нападение на оружейный магазин «Паллада», где убили продавца и сотрудника охранного агентства «Жеделькузет», а также нанесли огнестрельные ранения трем прибывшим на место патрульным полицейским. При нападении на магазин «Пантера» преступниками один посетитель убит, а другой ранен. При перестрелке с прибывшим на место происшествия нарядом полиции 3 нападавших были уничтожены, 1 задержан. Для нападения на воинскую часть преступники захватили маршрутный автобус, высадили водителя и пассажиров, а затем автобусом протаранили ворота, где, проникнув на территорию, открыли беспорядочную стрельбу, убив 3 и ранив 6 военнослужащих. Дежурным караулом, применив оружие, была пресечена попытка дальнейшего проникновения на территорию части, а затем, совместно с прибывшим нарядом полиции, один преступник был уничтожен, еще один ранен и задержан. Всего в ходе проведения антитеррористической операции в городе Актюбе уничтожены 4 преступника, 7 задержаны, из них 2 ранены. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию остальных.